В гибели дельфинов на побережье Крыма виноваты украинские браконьеры. Такой вывод делает профильная служба. Несколько десятков мертвых краснокнижных млекопитающих накануне выбросило на крымское побережье. Ранее считалось, причина их гибели кроется в строительстве Крымского моста. Однако это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, мост находится за двумя крупными мысами. Во-вторых, прибило их с севера после нескольких дней шторма. Десятки особей без плавников оказались на пляжах. Поэтому происхождение их понятно. К строительству моста это не имеет никакого отношения. Исследование подтверждено, что гибель их произошла практически одновременно в определенный очень узкий отрезок времени. Поэтому понятно, что стая дельфинов попала в трал украинских браконьеров, которые таким образом убили краснокнижных животных дельфина альфа-рига. Доказательством тому служат два факта. Все дельфины погибли в одно и то же время. Кроме того, браконьеры отрезали им плавники, чтобы было легче вытаскивать из сетей трала. За последние годы так много афалин не погибало. На сегодняшний день эта проблема стала особенно остро. Специалисты-крематоры и дезинфекторы уже очистили пляжи. К счастью, дельфины, даже будучи редкими, пока не находятся под угрозой вымирания, уверяет Иванов.